Alo, Dạ anh nghe thở ơi. bận rộn quá nhỉ? Dạ. Show. À, chúng ta sẽ cùng Thời nhau đọc một hai bài đối thoại đã học rồi nè, để rèn Dạ. luyện nè. Sasha, ты говори, вы говорите по-русски? Em trả lời nè. Конечно. Конечно, Говорю. Я говорю говорю по-русски. по-русски, это мой Родной язык. породной язык, Родной, мой родной язык. мой родной Родной язык. язык, да. Мой родной язык. А какой ваш родной язык? Мой родной язык вьетнамский. А вы говорите по-вьетнамски? Да, я Говорю по-вьетнамски. говорю во-вьетнамски, очень хорошо, плохо, я хорошо Говорю говорю по испанский, испанский испанский и и мен немного, немного немного по-английски. немного по-английски. Где вы учили вьетнамский? Да, идти на вьетнамский, я в Вьетнаме. Во Вьетнаме. À, thế về có Và đọc bài, có đọc lại được bài mấy lần không Dạ chưa, em mới học từ mới. nè? Хорошо. À, так. Chúng ta cùng xem tiếp đoạn đối thoại tiếp theo nào. Давайте познакомимся. Меня зовут Лаура. Очень приятно, а меня зовут Стивен. 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 Меня зовут Стивен. Да? Хорошо. Так, Стивен, кто вы? Кто вы по национальности? Я американец. 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 Раньше Я жил я жил в Чикаго. Чикаго, А а сейчас сейчас я живу в живу в Москве, Москве, да. живу, а вы Итальянка. А вы итальянка? итальянка. Нет, и я не итальянка, я испанка. Сейчас я тоже живу в Москве и учусь в университете. Вы, Вы отлично отлично. говорите Вы отлично говорите по-русски. по-русски. Спасибо. По-русски. А вы Спасибо. тоже говорите по-русски очень хорошо. Где вы изучаете русский? Я изучаю русский Я язык. изучаю русский язык в университете. В университете. В В университете. В университете, Университете. А вы? а вы? Я тоже учусь Я в тоже. университете. Это очень... Я много читаю, пишу и говорю по-русски. А я думаю, что русский язык – это очень красивый язык. Хорошо. Красивый. Как зовут девушку? Когда ты назови? Ее. Она Không phải она ее. mà là ее. Ее зовут. Изо зовут Ее. Лора. Không phải изо mà ее. Ее. Ио. Ее зовут Ио. Лаура. Изо зовут Лора. Хорошо. А как зовут мужчину? Мужчину? Мужчина là người đàn ông này. Как зовут Мужчина. мужчину? Người đàn ông này tên là gì? Его зовут Стивен. Стивен. Его зовут Стивен. Хорошо. А кто Стивен по национальности? Кто Стивен по национальности? Он. Он Он американец. американец. Хорошо. А где он жил раньше? Где он раньше жил? Он жил. Он жил в Чикаго. Чикаго. А, хорошо. А где он сейчас Чикаго. живет? Сейчас
Он Она, он. живу. Сейчас он живет. Он живет где? Он живет в Москве. В Москве. Хорошо. А кто девушка по национальности? Нет, нет, итальянка, Итальянка. итальянка, он и испанка. Она испанка. Она не итальянка, она испанка, да? Она испанка. Хорошо. И где она сейчас живет? Сейчас он Она. живет, Она. Сейчас она она живет. живет в В Москве Москве, да. и И учится. И учится. учится в университете. Университете, да. И учится в университете. Хорошо. Как они говорят по-русски? Как они говорят по-русски? Да, отлично. Говорит, Они очень хорошо. они, Они хорошо говорят. Хорошо говорят очень по-русски. хорошо по-русски. Говорят. Они хорошо говорят по-русски, да? Хорошо. Где они изучают русский язык? Где они изучают русский язык? Да, они Изучают изучают русский язык. русский язык. Где? Да, где Где? Где они изучают? идти верите В университете. Дэвис университете Они изучают русский язык в университете университете. В университете, да? Да. Они университете. изучают русский язык в университете. А, так, хорошо. Что они думают о русском языке? Что они думают о русском языке? Это какой язык? Это хороший язык? Это красивый язык или какой? Что они думают? Они думают. Они думают, Что? что русский язык это очень красивый Красивый, язык. очень красивый язык, да? Красивый язык. Да, хорошо. А что тогда, что ты думаешь о русском языке? А что ты думаешь о русском языке? Ты Какой это язык? Какой? Ну, А какой это язык? какой это язык? Я думаю. Я думаю. Я думаю, да. Ну, что ты думаешь о русском языке? Русский язык холодный. Очень трудный. Трудный язык. Хола, трудный. Да? Трудный. Трудный язык. Русский язык это Трудный очень язык. трудный язык. Да? Да. Это очень трудный язык. Хорошо. Это не трудный язык, это надо учить. Если ты учишь, то не будет трудно. Nếu mà bạn học thì nó sẽ không bị khó. À, bạn không học thì nó sẽ khó. Đấy. Đấy. À, так вот. А, если ты учишь каждый день с утра до вечера, тогда это не будет трудный язык. А, так. А если ты не учишь, тогда трудный язык. Nếu mà em không học thì sẽ là một cái ngôn ngữ khó. Đấy. Правильно? Đấy. À, так вот. Хорошо. À, так вот. À, хорошо. À, так. Bây giờ mình sẽ đọc một câu nào. À, đọc lại nào. Đấy. Давайте познакомимся. Меня зовут Лаура. Очень Очень приятно. приятно. А А меня? меня зовут Стивен. Стивен. Стивен, А меня кто зовут вы? Да, Стивен. Стивен. Стивен, кто вы по национальности? Кто вы по национальности? Я Да. американец. Раньше, Я американец. Раньше я жил А, в в Чикаго. Франции я живу в Чикаго, А а сейчас? сейчас я живу в В Москве, Москве, да. а вы А вы итальянка? Италии, из А вы Италии, да? итальянка? Да. Нет, я не итальянка, я испанка. А вы? Сейчас я тоже живу в Москве и учусь
В университете. Ну. Вы отлично Вы отлично говорите говорите по-русски, по-русски. по-русски. Говорите, на латыни, на. Говорите. Говорите, Говорите по-русски. Говорите говорите по-русски. по-русски. Вы отлично говорите по-русски. Да? Спасибо. Вы Вы тоже говорите отлично. по-русски очень хорошо. Где вы изучаете русский язык? Я Я изучаю русский язык изучаю русский язык в в университете. университете, а вы? А вы? Я тоже учусь в университете и очень много читаю, пишу и говорю по-русски. Я думаю, что русский язык это очень красивый язык. Хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài đối thoại mới của chúng ta nào. Chúng ta thấy rằng chúng ta học các bài đối thoại để làm gì? Để chúng ta rèn luyện cái kỹ năng nói đấy. Và chúng ta học thêm từ vựng đúng không nào? Chúng ta có đoạn đối thoại như sau. Natasha, это твои друзья. Natasha, Наташа, это твои друзья. Да? это твои Друзья. друзья. Это твои друзья. Друзья là gì đấy? Có nghĩa là gì? Друзья là Là bạn, các bạn gái, những người các bạn. bạn. Những người bạn số nhiều đấy. Это твои Друзья. друзья là cái định dạng твои là định dạng số nhiều như là đấy. Это твои друзья. Да, это Друзья. мои друзья. Đúng rồi, đây là những người bạn của Да, tôi. это Да, мои это мои друзья. друзья. Да, Это это Хуан. мои. Да, это Хуан. Это Хуан. Он Это испанец. Хуан. Он Он испанец. испанец. Он Он испанец. испанец. Его родной город. Его родной Родной город. город Барселона. Барселона. Барселона, да? Барселона. Барселона, да, это зачем мне? Ой, зачем? Итак, вот. Барселона. Барселона. А где он работает? А где он Ажде, работает? ажде он работает. Работает. Хуан работает в университете. Кван Работает работает в в университете. Сетете. университете. Да. В университете. В Университете. университете. В университете. Да. Он отлично говорит по-английски. Он Он отлично отлично говорит говорит по-английски по-английски и немного понимает по-русски. И и немного немного понимает. И немного понимает понимает по-русски. по-русски И немного понимает по-русски. Да? немного 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 понимает по-русски. Хорошо. немного Понимает по-русски. Он отлично понимает говорит по-русски. по-английски и немного понимает по-русски. А кто это? А кто это? А кто это? Кто это? А это моя подруга Моника. А это А это моя моя подруга Моника. подруга Моника. Да. Так. Она немка. Она немка. Она немка. Немка là ai Она đây? немка, Немка là người nước nào đây? Немка. немка, Мексико, Немка là người Đức đấy. Cô là người Đức. немка, Немка là cô gái người Đức. Моника говорит, по-русски. Моника говорит по-русски. Моника говорит по-русски, По-русски, да? Моника тоже говорит по-русски. Моника Моника тоже тоже говорит говорит по-русски. по-русски. Раньше она говорила по-русски очень плохо. Раньше она говорила Раньше по-русски она очень плохо. говорила по-русски очень Плохо, плохо, плохо. плохо, А раньше она говорила по-русски очень плохо. Она говорила по-русски Она очень плохо. И ничего не понимала. очень... и И ничего не ничего не... понимала. А И сейчас, ничего не... сейчас она хорошо. А сейчас Она хорошо она понимает. хорошо Понимает. понимает.
И Понимаете? может, да, и может немного, и может немного И говорить. может немного Говорить по-русски. говорить. Говорит. Говорить по-русски. По-русски говорит. Да. Говорит по-русски. Так вот, хорошо. Это да, ладно. Наташа. Наташа, его твои подруза. Да, это мои друзья. Мои Это друзья, он. да. Он испанин, испанец. Его родной город Барселона. Барселона. Барселона, где он работает. Он работает в университете. В университете? Да, В университете. в университете, в В университете, университете. Он отлично говорит по-английски. Английский. Английский и Немного, немного немного, понимает понимает по-русски. по-русски, да. И немного понимает по-русски. А кто это? А это кто? Кто это? А это кто? А это кто? Это кто? Это кто? А это моя Это подруга. моя Подруга подруга Моника. Моника. Она Она немка. немка. Моника говорит по-русски. Моника говорит По-русски. по-русски. Моника Моника тоже тоже говорит. говорит. Моника По-русски. тоже говорит По-русски. по-русски. Раньше по-русски. Раньше она говорила Говорила по-русски. по-русски. Очень плохо. Очень плохо и Ничего не понимала. ничего не понимала, Да. а сейчас она хорошо Понимает. понимает И может и немного может немного говорить по-русски. по-русски, По-русски, да? по-русски. И можно немного говорить по-русски. Это кто? Кто это? Кто это? Это Хуан. Это Куан. Хуан. Кто он по национальности? Кто он? Кто он? Кто он по национальности? Откуда он? Он испанец. Он испанец. Он Он испанец. Испанец language не надо. испанец, да меня. Ну, этого нет, да. Хорошо. А Испанец. какой его родной город? Какой его Его родной город? Родной город Барселона. Барселона. Да. Его родной город Барселона, да? Где он работает? Он работает в университете. Так. Он работает в университете. Как он говорит по-английски? Как он говорит Английский. по-английски? Да, он отлично говорит Говорит по-английски. по-английски, Хауной по-английски. говорит. Маной говорит. Он говорит. Говорит. Он хорошо, он отлично говорит по-английски. Ну, он отлично говорит по-русски, по-английски. Он отлично говорит по-английски. Говорит. 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 Как он понимает по-русски? Он понимает хорошо по-русски. Как он понимает по-русски?
по-русски, он Он понимает. немного, Он немного понимает. немного Немного понимает. понимает По-русски. по-русски, По-русски. Хорошо. понимает по-русски. Хорошо. Он немного понимает по-русски. Хорошо. А кто это? Кто это? Моя подруга. это Моя. моя Моя подруга. подруга Моника. Моника. Кто она? Моника. Кто она? Она немка. Она Что? немка, да? Как она говорит по-русски? Она говорит по-русски. Да, он Она, говорит. она. Она говорит Она по-русски. говорит по-русски, да? Хорошо. Давайте по-другому задаем вопросы. Как зовут друга Наташи? Как зовут друга Наташи? Как зовут друга Наташи, Наташи? Анчалайна. А Его. его зовут Кван. Кван. Кто он по национальности? По нас Национальности. насу насу она ночи Он. он испанец. Какой его родной город? Его родной город Барселона. Барселона, да. Барселона. А где Хуан работает? Он работает в Университете. Он университете. работает в университете. Хорошо. Как он говорит по-английски? Он говорит По-английски. по-английски, Отлично. отлично, Отлично, да? отлично. Отлично. А как он понимает по-русски? Как он понимает Он по-русски? Понимает понимает по-русски? по-русски немного. Немного, немного, да? Хорошо, Немного. хорошо. А как зовут подругу Наташи? Ее зовут Моника. Моника. Кто она по национальности? Кто она по По национальности? По национальности она? Национальности? Панаси, она лесночи, она немка. Она немка. Хорошо, она Она немка. немка. А Моника говорила по-русски раньше? Она говорила по-русски Нет. раньше? Нет. Нет. Раньше она Говорила говорила по-русски? Плохо. по-русски. Плохо. Плохо. Плохо, Плохо по-русски. плохо, По-русски. плохо по-русски. По-русски. Она говорила. Говорила. Говорим, Она говорила плохо по-русски. говорила, Да? Хорошо. говорим. Да. Она понимала по-русски раньше? Она понимала по-русски Нет, раньше? она ничего не Понимала? понимала. Она ничего не понимала. А сейчас она понимает по-русски? Да, Да. Сейчас она сейчас хорошо хорошо понимает понимает по-русски. 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 Сейчас она хорошо понимает по-русски. Она может говорить, как она говорит по-русски? Она может говорить Немного. Немного по-русски. Она немного, может говорить немного. немного по-русски, да? Немного по-русски. Она может говорить немного по-русски. А, так вот, да? Немного по-русски. Она может говорить немного по-русски. Хорошо? А, так вот. А, хорошо? А, так вот. А, thế như vậy là chúng ta có các đoạn đối thoại như này, đấy. Đó. Так вот. Bạn cần đọc kỹ lại các đoạn đối thoại này nhé. Хорошо? Đấy. À, chúng ta sẽ cùng nhau đọc một đoạn đối thoại về bản thân này. Ở đây có cả những cái câu nói. Так вот, đấy. Đây là những người bạn của cậu à? Đây là những người bạn của cậu à? Это твои друзья? Это твои Это твои
Друзья. Друзья. Да? Anh ấy là người Tây Ban Друзья. Nha. Это Anh ấy по-другому. là người Tây Ban Nha. On. Испанец. On Он Spaniard. испанец. On Spaniard. Đấy. On Spaniard. Он испанец. Anh ấy là người Việt Nam. Он Vietnamese. On Vietnamese. Yes. On Vietnamese. Он Cô, Vietnamese. tôi là một cô gái Việt Nam. Я Вьетнамка. Я вьетнамка. Đấy. Thành Я phố quê hương của Вьетнамка. tôi là Hà Nội. Hà Hà Nội, Nội. мой, Мой. мой, Родной. родной Город. город. Đấy. Tôi nói tiếng Nga chưa tốт. Я говорю. Говорю. Я говорю, По-русски. По-русски. по-русски, Нехорошо. Нехорошо. нехорошо, Тôi không đi học. нехорошо, Tôi không đi học ở нехорошо. trường phổ thông. Я не хожу. Не Я не хожу хожу в в школу. Я школу. не хожу в Вот. школу. Đấy. Так вот. А, так. А, так. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc nào. Ну, привет. Привет. Em trả lời Привет. nào. Em trả лời. Добрый день. Добрый день. Ага, да. А, так. Как тебя Как зовут? тебя зовут? Как тебя зовут? Меня Меня зовут зовут Мэй. Мэй. Меня зовут Мэй, Мэй. да? Кто Кто ты ты по национальности? по нас? Национальности? Она на ности? Она Национальности, ности? да. Ну. Я вьетнамка. Я вьетнамка, да. Я тут жила раньше. Ага. Раньше я жила в Во Вьетнаме. Вьетнаме, да. А где ты А сейчас живешь? где ты сейчас живешь? А, живешь. Сейчас Сейчас я я живу живу в России. В в России. России. Ага. Ты России. учишься или работаешь? Ты учишься. Учишься Ты учишься или или работаешь? работаешь? Да, Я đang đi học hay là đã đi làm rồi? Đấy. Я учусь. Я учусь. учусь. А что Я ты учишь? учусь. А что ты учишь? Ты А там học что язык? ты учишь? Учишь? Я учу русский язык. А я учить Я русский учу. язык. Я учу русский язык. Я Ага. учу русский Русский язык, язык. да? Я учу русский язык, да? А, так вот. Хорошо. Như vậy là vừa rồi chúng ta có thêm một vài những cái đoạn đối thoại về bản thân, đúng không nào? Хорошо. Chúng ta đi lưu ý rằng là đối với các động từ chúng ta có một số những cái động từ mà chúng ta cần lưu ý này. Các động từ chúng ta có 5 động từ работать, учиться, như là đấy. Работать учиться. Các động từ mà nó trả lời cho câu hỏi của chị. Đấy. Работать, учиться, жить. Жить. Đấy. Учить. Учить là học cái gì? Изучать. Гулять. Đấy. Смотреть. Đó. Như Смотреть. nào đấy? Đó. Смотреть. Ở đây chúng Смотреть. ta có những cái động từ mà trả lời cho câu hỏi cái gì? Работать, учиться, жить. Đấy. Và có một động từ nữa cũng đòi hỏi trả lời cho câu hỏi cái gì? Đó là động từ bực. Bức Bực. Bực cái gì? Đấy. G. bức G. Như là đấy. Bực. yeah. Tác vật khởi số. Đấy. Đó. Đây là mình tổng hợp cho bạn những cái động từ mà chúng ta đã biết rồi này. Đúng không? Đấy. Tác vật. À đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một từ robotage. Robotage. Đó, xem từ robotage đây, đấy. Robotage. Chia động từ nào? Yeah. Я работаю, Ты ты работаешь, работаешь, он он работает, работает, мы вы стоим, работаем, вы. вы работаете, Да. они работают. Они работают. Động từ работать. Quá khứ nào. Он работал. Он Она. работал, она работала, они Они работали. работали. Đấy. Они работали. Так вот, хорошо. Tiếp theo chúng ta có động từ читать. Đây là động từ работать. Động từ читать có nghĩa là gì nào? Читать là đọc. Đọc sách. Đấy. Đọc sách. Chúng ta cùng chia động từ nào. Я. Я читаю, Таю. Tới. Читаешь. Он. он читает, Читает. Мы. мы Читаем читаем, вы, вы читаете читаете, они, они читают, читают, да? Он он читает, читал, она
Она Читала, читала, они они читали. читали, да? Тiếp theo nào, tôi đọc tạp chí nào. Я читаю журнал. Я читаю журнал. Журнал, да? Тôi đọc một bức thư nào. Я читаю Журнал. письмо. Я читаю Письмо. письмо. Я читаю письмо, да. Письмо. Tôi đọc một cuốn sách nào. Я читаю книгу. Я читаю книгу. Книгу, Книгу, да. Tôi đọc một cuốn sách, да. книгу, Tôi đọc một tờ báo книгу. nào. Читаю газету. Я читаю Газету, газету, да? Газету. Я читаю газету. газету. Вот так вот, хорошо. Đó là động từ читать, да? Động từ смотреть là gì? Смотрит là xem Xem. phim. Xem cái gì, đấy. Chúng ta đọc nào, chia động từ nào. Я Я смотрю, то смотрю. Ты есть смотришь, он он смотрит, смотрит, мы мы смотрим, смотрим, вы мы смотрим, смотрите, они. и Они смотрят, да? Они смотрят. Он он смотрел, она смотрю, она смотрела, смотрела, они они же смотрели. смотрели, да? Они смотрели. Хорошо? Chúng ta sẽ cùng xem nào. Câu hỏi nào. Саша, что ты делаешь? Саша, cậu đang làm gì đấy? Trả lời nào. Делаешь. Саша, я смотрю Смотрю. телевизор. Телевизор. Ты đang xem cái gì đấy? Телевизор, Xem TV. TV, да? А что ты смотришь по телевизору? Cậu xem cái gì trên TV? Trả лời nào. Что ты Смотришь смотришь по телевизору. По по телевизору. По телевизору. телевизору? Я смотрю футбол. Я Смотрю смотрю футбол по телевизору. по По телевизору. телевизору. Да, по телевизору. Так вот, хорошо. Chúng ta cùng xem tiếp nào. Động từ учиться là gì? Gì? Học ở đâu? Учиться là học ở đâu? Đấy. Đúng không? Có nhớ động từ này không? Để nhớ ở chiếc xa. Đấy nhé. Хорошо. Mình sẽ gửi cho bạn những động từ này và bạn sẽ chủ động tự học lại hết nhé. Đồng ý không nào? Đấy. Dạ. Đó. Thế và các động từ này nó có ví dụ bên dưới này. Em chịu khó đọc để nắm được tất cả những cái động từ này nhé. Động từ pisat này. Tạc vật đấy. Đó, động từ izuchat này. Tạc. Đó. Izuchat này. Tạc vật đấy. Đó. Và chúng ta có một cái khái niệm bổ ngữ trực tiếp của động từ. Bổ ngữ trực tiếp của động từ là cái gì? Đấy, đó ở đây. Cứ đọc là sẽ hiểu. Tạc vật đấy. Đó. Công thức của danh từ ở cách 6 này. Danh từ cách 6 chúng ta học rồi này. Và bổ ngữ ở cách 4 chúng ta học rồi này. Ở đây chúng ta học thêm một động từ là ngủ dậy này. Tạc vật đấy. Đó. Thế và ở đây chúng ta có 7 Hãy phụ đặc biệt nhé. Đây 7 phụ đặc biệt. Đó là kiến thức cơ bản. Thế vậy thì bài học hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Cảm ơn em và sẽ hẹn gặp em trong bài học tới. Spasiba desida nhé. Đấy, chịu khó học nhé. Nếu mà các em mà có ít thời gian thì trên lớp trong giờ dạy thầy sẽ cố gắng là ôn lại cho em nhiều hơn. Đồng ý không nào? Đấy, thật sốc. Đấy, không có là sẽ không học được. Spasiba desida nhé. Bác cả. Bác cả. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.